Отступившие из Новотошковского украинские боевики, используя тактику нацистов, уничтожают ранее занимаемый ими населенный пункт огнем из тяжелого вооружения. Засвистит, мол, ляжем. Если успеем. Побежали. Где-то рядом. Это там, впереди. Нет, это вот там. Ну, еще несколько минут назад здесь сидели, отдыхали крайне малочисленные оставшиеся местные жители. Теперь они все спустили под угол, потому что активизировался обстрел. Давайте в подвал. Данная ситуация очень хорошо показывает, кто именно на протяжении 8 лет обстреливал населенные пункты Луганской Народной Республики.